Приехали. Так, ну, наверное, да. А, это у нас хотел эти автобусы показаны. А, вот кусочек дали. Новый кусочек дали. Что он сказал? Ничего не слышно. Еще раз повторяю. Ни о чем не волнуйтесь. Мы держим ситуацию под контролем. Вижу я, как вы держите. Только зубы заговариваете. Посторонним не понять всей специфики работы. Куда уж нам. Еще вопросы остались? Тогда собрание, считаю, закончено. Еще как остались. Куда спешите? Сейчас как задам, не отвертитесь. Так, один. Только быстро. Когда поезда пустят? Здесь полно людей застряло в городе. Им жить негде. Зачем брать про грипп? Меня мама забыла. Но заболела. И другие с теми же симптомами. А вы грипп. Так, ну два. Впервые об этом слышу. Я уточню. Чтобы с вами такое случилось, тогда и консультанты не понадобятся. Вы слышали, что все тайное становится явным. Лучше, если это случится с вашей помощью. Два. Я не обязан ни перед кем оправдываться. Мне дадут закончить собрание. Вы тут для галочки или чтобы людей успокоить? Конечно, второе. Только вопросы нужны, корректные. Тогда такой вопрос. Хватит! Нет, не хватит. Уйдете, когда народ вас отпустит. Когда поезда пустят. Им жить негде. Своевременно или несколько позже? Я уже отвечал на этот вопрос. Можно еще раз? На бис. Для прогульщиков вроде меня. Как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка, мы держим руку на пульсе. Вас в ваших военных академиях учат уходить от прямого ответа? Но откуда мне знать, когда это случится? Болезнь не подчиняется, как солдаты. И вообще, парень, научись себя вести, а потом приходи. Нет у меня на тебя времени. А вы ему рот не затыкаете. Продолжай, брат. Что молчите? Вы хотели дальше речь толкать? Алмаз, усложняй. Без тебя проблем хватает. Хочешь выговориться, есть мы, твои друзья. Не слушай их, брат. Ты все правильно делаешь. Я своего добьюсь. Все. Мое терпение лопнуло. Увести. Прости, дружище. Приказ есть приказ. Монгол, ты чего? Может, и ты меня забыл? Не могу ничего разобрать. Теперь у нас уйма времени обсудить все на свете. Почему ты еще в городе? Разве вы не угнали автобус? Так, мы же уже это обсуждали. Похоже, бунтарство у нас в крови. Иначе не могу объяснить, почему мы оба здесь. Так, ну, спросим еще раз. Ты уже спрашивал. А, все-таки помнит. Когда? Когда? То есть мы забыли. Братец, ты тоже память теряешь помаленьку. Все там будем. Я думаю, просто игра не учла, что мы уже общались. А меня хорошо подкололи. Вот так приедешь к друзьям детства. Алмаз, ты уже допрыгался. Сядь и посиди хоть минуту на месте. Моя камера. Что хочу, то и делаю. Отпусти нас, гражданин начальника. Позвонить хоть дашь? Три. Кому? Секрет. Ведь не успокоишься, пока не получишь. Так, если мы сделаем вид, что мы уходим. А, нет, нельзя уйти. Так, кто там? Даша была, по-моему. А, нет, маме. Здравствуйте. Вы по поводу лагеря? Только не бросай трубку. Тёма в милиции. Кто дал тебе мой номер? Никто не давал. Ты меня слышишь? Тёму посадили.
2. Я тебе не верю. Столько лапши мне на уши повесил, на бульон хватит. Не верь, дело твое. Пусть сидит за решеткой. А я бы сходил для очистки совести. Меня не жалеешь, его пожалей. 2. Наверное, 2. А он меня жалел, когда вчера убежал? Я сам ему это все время твержу. Ничего, ему на пользу пойдет. Посидит, подумает над своим поведением. Вот как вообще с тобой общаться? Так, а здесь что у нас было написано? Нельзя посмотреть. Чувствую себя каким-то революционером в царской России. Монгол, признавайся, алмаз с Тёмой у тебя? Мы тут. Здесь, родимые, здесь, голубчики. Ты же их отпустишь? Отпустишь ведь? Никак не могу. Служба, черт бы ее побрал. А нас к ним пустишь? Тоже не имею права. Вы не родственники. Монгол, к дяде Коле пустил, а тут Тёма с алмазом. Это было позавчера. Все сильно изменилось. Когда их отпустят? Скоро. Пару дней посидят, о них все забудут. Тогда пусть гуляют. А вот, теперь можно посмотреть. Шел первый час после ареста. Мы уже не знали, чем себя занять. Помнишь, как монгол окно в управе разбил и сюда загремел? Так, воспоминания. Его всегда было несложно взять на слабо. Похоже, это карма. Сейчас сидим за то, что его тогда подставили. Мы подставили, мы и вытащили. Мы и тогда готовы были сесть за него. Не мы его вытащили, а папа. Когда мы сознались, что подбили монгола, расколотить окно в его кабинете. Вообще не дело втягивать в семейные разборки посторонних. Мы с папой повздорили, а монгол ни при чем. Между прочим, папа порой весьма резко высказывался о нем. Монгол ведь кем был? Шпаной? Так, куда это? Тут-то не так. Популярности мы ему не добавили. К тому же ссора вышла из-за нашего с тобой отказа от субботника. Все это садоводство никогда не любил работать руками. Вот головой это мое. Артём, как же тебя угораздило. О, и ты, хулиган, наконец-то здесь. Ты все-таки пришла. Алмаз, это наша мама? Умница. Даже здесь чувство юмора не теряешь. Я вас серьезно не помню. Ничего про вас не расскажу. Какие у меня любимые цветы? Сирень? Астры? Пионы? Ну, не знаю я. Розы. Обычные красные розы. Ты специально отвечаешь не впопад. Поэтому тебе звонил я, а не он. Теперь ты мне веришь? Не стоит благодарностей. Так, первое. Ты правда знаешь мой номер? Сейчас я бы рад был забыть все о тебе и больше не мучить нас обоих. Так?
Так и будет, если мы правда теряем память. Пусть нас освободят. Тебя монгол послушает. Правда, Наиль, отпусти этих обормотов. Они, наверное, погорячились где-то, но так и мухи не обидят. Монгол, помнишь, как мы в школе тебя отсюда вызволяли? Что тебе совесть говорит? Я понимаю, это сложное решение. Не знаю, как повел бы себя на твоем месте. Так, три. Уж не будем его шантажировать. Хватит. У меня приказ. Да что мы такого натворили? Позавчера. Машина дяди Коли. Меня вообще там не было. Зато Ася с Мишей были. Мне начальство потом шею намылило, что мер не принял. Больше на тормозах я не спускаю. И это все? Вчера угон автобуса. Стема, ясно. Автобус и сегодня собрание. Но а я-то? Я? Сегодня к тете Гале ломился. Это я оплошала. Я ведь правда алмаза позабыла. Но вызов поступил. До одной бузы на сходке хватило бы. Надолго это? Пара дней, и всем станет плевать, кто здесь сидит. Сейчас и других проблем хватает. Пожалуй, это все. Пойдемте, Галина Петровна. Монгол, дай с мамой проститься. Не отпускать. Обнялись, и ладно. Ну, еще минутку. Я кнопку держу. Основательно к делу подходишь. Это же навсегда. Они постояли еще немного и еще немного. Невыносимо. Ночь скоро. Ты же не хочешь, чтобы я здесь ночевала? Расскажешь мне сказку, как в детстве? Отпустите меня, Алмаз. Как вас по-батюшке? Ах, ну да, Бахирович. Не уходи, не надо. Ты же понимаешь, рано или поздно меня придется отпустить. Как такое могло произойти? Ну, хватит, довольно. Надо и меру знать. Сил нет никаких. Я пойду. У меня еще дела по хозяйству. Если вдруг понадоблюсь, я сразу, я мигом. Какое волшебное слово мне нужно, чтобы освободиться? Давай просто помолчим. Ну, навалился. Тяжелый ведь. Вот бы время вспять повернуть. Смотри, прирастешь. Мы вместе, что бы ни случилось. Не распускай нюни, все будет хорошо. Мы вместе, что бы ни случилось. Ну, видимо, все. Можно отпускать кнопку. Или что-нибудь еще скажут. Вдруг что-нибудь скажут. Ну, а мы этого не узнаем.
Важно обратно. Все, мы все диалоги послушали. Шутка. Ладно, слишком долго анимация. Можно вот так вот. Монгол, наверное, он отвернулся. Не смотрит. Да, время дают, можно опять нажать. Ладно. Ваше время истекло. Ну, я пойду. А, теперь мы за монгола играем. Так, мы закрывать не будем пока. Это, видимо, надо. Так, попробуем зайти внутрь. Жальтесь, гражданин начальник. Ты мне больше не друг. Я ведь сбегу. Ну, то есть надо закрыть дверь. Так, хорошо, играем за монгола. Сейчас придется опять бегать по всему городку. Зажал все-таки ребят. Покуха, день-другой подержу их для вида и отпущу. Пускай над поведением подумает. У них теперь на это времени ой как много. Акадин. Обещаешь? Честная монгольская. У нас беда. Меня Тёма забыл. Зато тетя Галя с Алмазом помирились. Я так понимаю, с остальными пока все не так плохо. Так, один. Ну хоть чем-то ты нас порадовал. Что, ребятушки, расходимся? Завтра увидимся. Каждый день друг друга. Надо проверять. Заданию пока ничего. Слышь, мусор, закурить найдется? Шпана, не рановато тебе курить. Опять из приюта слиняли. Петя, а ты что тут делаешь? Так, Петя, он теперь с нами. Сделаем из него человека. Сами, шпана, пацана хоть не надо портить. Катя от папы заразилась. Отвали, говорит, знать тебя не знаю. Так. Марш в приют, пока снова дров не наломали. Ну нет, мы больше туда не ногой. Сейчас вояки всех метут. Они с вами, как я, миндальничать не станут. Папаша выискался. Заботится он, блин. Да, забочусь. Или забыли, кто вас на днях отмазал? От чего отмазал? Не было такого. Кто окна бил и на рынке орудовал? Настучали. Мы думали, у нас все ровно прошло. Понятно. И вы тоже. Что тебе понятно? Сейчас в ментовку потащишь? Ментовку нет, а в приют запросто. А ты туда рвешься прямо, я погляжу. Один. Вали его! Какой вали? Так его! Вали его! Еще раз так. Ладно, хватит с ним. Мусор, валим. Твои подопечные постарались. Так, выглядели спокойно. Нет, ветром сдуло. Не шевелись, сейчас скорую вызову. Черту скорую, домой отвези. Мне просто отлежаться надо. А если ребра сломаны? Ничего у меня не сломано. Домой вези.
за нами будет ходить. Так, я думал по городу побегать. А нас побили. Но он и не бегал до этого. Так, тебя мы забираем к себе, да? Смотрите, еще солдаты. Блин, забыл ребятам сказать про комендантский час. Придешь домой, позвонишь. А если не застану их дома? Кто сказал, что они домой пошли? Им сейчас хочется побыть вдвоем. Зачем их тревожить? Лучше зайду. Со своими амурами-лемурами они могут телефон отключить. Так, ну, допустим... Так. Два. Пусть будет два. Наверное, не получится. Тихо, это у нас что? Дым, зарево. Приют горит. Бежим детей спасать. Это работа пожарных. Пока приедут, может быть поздно. Погнали. Да, их жители уже вызвали. Вперед. Так, ну, один. Там дыра в заборе есть. Так быстрее, я покажу. Веди. Так, мы можем бегать. Карта не открывается. Только сюда. Так, я надеюсь, у нас никто не погибнет. Сохранение прошло. Это все мои негодяи. В отместку. Какие негодяи? В здании кто-то остался? 11 в этом крыле, 9 в другом. Справишься тут, чтобы лишний раз не бегать? Справлюсь. Так, куда? Огнетушитель. Так, используем управление камыша. Я здесь! Кто-нибудь! Дым, собака горло дерет. Так, ты давай только не зажгись. За воздухом следи, монгол. Задохнешься, какая от тебя польза. Где воздух? Скорее! Огонь рядом! Так, следующее. Их много там. Где пожарные? Учусь. Не хочу здесь умирать. Так, все, мы задохнулись. Нет. Только не сохраняйся. Загрузись, но не сохраняйся. Сохранение. Серьезно?